сегодня мы проводим акции «Вспомни правила дорожного движения». Цель мероприятия – повышение дорожной культуры среди водителей. Если бы каждый водитель хотя бы иногда повторял правила дорожного движения, то на наших дорогах стало бы меньше дорожно-транспортных происшествий. Ну и сегодня будет, если кто из водителей правильно ответит на наши вопросы по правилам дорожного движения, то мы этих водителей будем поощрять сегодня. Это нужное дело, правильно. Ведь задача ГАИ, я считаю, что делать профилактику, а не вылавливать, правильно, нарушителей. Из тех, кто сегодня нас сдавал, несколько человек могли бы сдать. Некоторые вот, правила решали давно или получили права. Для них уже, получается, ну, забывается. Потому что правила меняются, они раз в 3 года, они меняются. Изменения какие-то происходят. И те, кто решал давно, сдавал давно, они забываются. То есть необходимо смотреть, интересоваться изменениями в правилах дорожного движения, новыми введениями какими-то, да, и быть в курсе всех вот этих дел.